же Данька. Смотри, сегодня мы с тобой поиграем. Сейчас ты откроешь яйцо и скажешь, хорошее оно или плохое. Если плохое, мы его выкинем, да? А если хорошее, то мы его оставим. Открывай. Показывай, что это такое? Нет. Что там у тебя? Муфло. А ну-ка пакетик открой. Хочется же посмотреть, что в пакетике. Муфло. Так. Это бархатный зайчик у тебя попался. А ну посади его. Танюша, посади его скорее. Может он сидеть? Смотри, какой классный зайчонок. А что это там, инструкция у тебя, да? Да. Ну-ка покажи. Вон, что там написано в инструкции? Смотри, и пингвинчики, и уточки, и зайчики. Ага, и да! Ага, ты нашел зайчика, да? Да. Как у тебя, да? Да. Класс. Так, а теперь открывай вторую часть киндера. И что у тебя там такое? Ну-ка, показывай. Высыпай. Вот какие конфетки во второй части киндера. А киндер наш называется «Бархатный зверек», да? Игрушка с конфетками. Данюша, а теперь посмотри сюда. Скажи мне, тебе понравилось это яйцо или не очень? Угу. Что, понравилось или нет? Да. Понравилось? Или мы его выкидываем? Не выкидываем? Хорошее? Ребята, Данька сказал, яйцо бархатный зверек. Отличное. Нам нравится и вам рекомендуем. Всем пока.